сожалению, к несоблюдению правил безопасности при несоблюдении, в том числе, требований законодательства в отношении ухода за техникой, прохождения специальных курсов для получения навыков управления специальными транспортными средствами, мы действительно фиксируем достаточно большое количество несчастных случаев и правонарушений. Именно для этих целей проводим регулярно рейды по предотвращению, профилактике подобного рода. В настоящий момент штрафы, которые полагаются за подобного рода нарушения, не могут быть чувствительными с точки зрения материальной, скажем, ответственности. Но это не избавляет или не исключает необходимость в отношении проводить подобного рода мероприятия. Мы со своей стороны выходим с инициативы, будем отстаивать в дальнейшем повышение штрафов за неправомерные действия.